В городе над Бугом продолжается поэтапный апгрейд жилого фонда. В прошлом году удалось полностью отремонтировать и обновить 28 объектов. В этом году охват жилой территории значительно увеличен и затрагивает уже 33 жилых постройки. На данный момент уже завершена работа по адресам улица Халтурина, дом 14 и по Московской 342/9. И продолжается процесс ремонта по адресу Гаврилова 20 и 26 недалеко от торгового центра «Экватор». Основные виды работ, которые на сегодняшний день входят в капитальный ремонт, это у нас капитальный ремонт кровли, фасадов, либо, если это дом панельного типа, это стыки стеновых панелей, инженерные системы, замена элеваторных узлов, трубопроводы, проходящие в технических подпольях, замена осветительных приборов поэтажных, замена электрощитовых и восстановление нарушенных отделок при производстве работ. С каждым годом количество отремонтированных жилых домов увеличивается. При этом работы выполняются не только быстро и в большом объеме, но и в первую очередь качественно. Капитальный ремонт здания – это не всегда только эстетический вид. Чаще всего такие работы включают в себя замену старых труб, отделку стыков бетонных плит, устранение трещин. Поэтому не стоит удивляться, если внешний жилой дом практически не изменился или его не перекрасят в другой цвет. Визуально люди действительно хотят, чтобы им там что-то подкрасили, покрасили, чтобы это видно было, какая-то эстетика. Мы же, как технические специалисты и в рамках финансирования, которое у нас имеется, в первую очередь уделяем внимание технической стороне данного вопроса. То есть мы производим замену тех инженерных сетей, которые требуются для поддержания хорошего, нормального функционирования дома и жизнедеятельности граждан в нем. Расширенную версию сюжета о капитальном ремонте жилого фонда в городе над Бугом смотрите в нашем сюжете в субботу на телеканале Буг ТВ. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Буг ТВ.